56-й километр, мы еще живы на зоне отдыха. Серега ест чернику. Так. Вода Рево ушла. Ой, Рево. Очень классная для обезвоживания во время жаркой погоды. Ну и отравления и всего остального. Супер. Для дороги всегда нужно брать сумочки наши. Ой, это что-то погнулось. Что-то треба ей перепаковать. Давайте я вам немного покажу, что тут. Серёг, иди сюда, подержи камеру. Пожалуйста. Вот там у меня костюмчик, рубашка. И тут я где-то плохо упаковал, бы чуть-чуть прогнулось. На, подержи. Поснимай меня. Поснимай меня. Чуть-чуть запаковать. Лучше вот там бывать по бокам. Лучше, конечно, брать все-таки на 14. Я протупил немного, подумал, что будет много. Оно даже если будет много, вы его так завязываете и шикарно. Немного я неправильно сделал. Берите больше, тем более там, где на 14, она лучше, крепче. И тут сцепление чуть ли не железное. Она, конечно, тяжелее, но много раз лучше. Тут есть светодиодные штуки. Кстати, сюда можно и фонарик затянуть. Здесь сюда посмотри. Ну, в дороге по тряске она шикарно держится. Просто шикарно. Мне нравится. Единственный минус, что надо брать на 14. Чуть-чуть раскошельтесь, не пожалейте денег. Веса чуть больше будет, но на 14 лучше. Я просто не так подумал, что мы редко ездим туда-сюда. Но все-таки лучше взять запасом. Фонарик можно тут и забачить. Вот. Так и получилось, как сказал. Пиптик. Вот так включаете. В общем, ладно. Не собачиться. Да. Вот такая у нас поездка. Сейчас, наверное, давай намажемся этим кремом. Правда? Бо выезжаем на трассу. Сегодня будет 36 градусов. Я предусмотрел крем. Шаурма что-то не идет вообще. Что, мясо? Вот такой. Шею тоже. Чтобы не получить ожоги. Бо когда 6 часов ездишь по трассе, прошлый раз, когда мы ехали первый, мы его пропустили. Джерело Биля Дуба называется. Вон. Но сейчас мы его уже не пропустили. Вот такая зупиночка. Сейчас пойдем скупнемся. О, стаканчик газировки нам оставили. О, у меня вода еще есть. Не, ну мы же в прошлый раз пили, вроде нормас. Я по ступенечке пойду. Вот такая тут прекрасная зона. Все? А как это оно так высохло? Треба жабы, наверное, выпустить. Да, воды нет. А тут и не одна она. Да не, есть вода, чего нема? А лягушки? Просто вода с лягушками. Вот там есть еще. Одна уже сдохла, чи она просто там? Там плавает. Я не дуже хочу пить. Вот тут можно побыть. Джерелом.
Серег. Так, сейчас едем обратно домой. Ну, не едем обратно домой, развернулись, пропустили поворот. Тут по карте в лесу, глубоко в лесу, огромное озеро. Никаких знаков, ничего нет. По Google карте просто посмотрели, что тут есть озеро. И сейчас поедем, проверим. Одной рукой неудобно снимать, поэтому я пока отключусь. Не могу упасть. Смотрите, какая тут зона відпочинку. С трассы никаких знаков, просто никаких. Если бы я не сидел вечером и смотрел по Google карте, я бы этого не увидел. Шикардос. Для рыбалки. А вот для пожарного. А вон помпа есть. Вот такая штука. Чуешь, помпа есть. 70 километров. Полет уже чуть-чуть тяжелее. Такая место відпочинка після колок. Файный. Графики бронирования Бусида. Ух ты. Тут прям что хочешь есть. Озерце. Классно сделали. 3 года назад того не было. Там кафешка, барбекю, шмарбекю. Злой охранник. Которая что-то там жарит, парит, а солнце уже. Тут ничего не чистится. Все грязное. Купаться не получится. Але классно сделали. Давай, я так понимаю, тут баня есть. Эти беседки арендуют, что я так и не понял. Надо будет вернуться посмотреть. Экологічна стежка. Саме поставили до тенісу. Йдемо посмотримо на екологічну стежку. Але файно зробили, слухай. Вон даже може десь хочеться на влажу. Від кінця робить. Чому ліс такий важливий? Колківське лісництво. Що, які птахи є? Як тут видно хорошо. Ну, типа під охраною. Тут уже поломано. Ну, я тебе скажу, было бы у нас в Володимирці такое, было бы файно. Народу куча было бы загажено. Ну да. Нас архитектура стягажена. Доска какая-то, это что, тут обучение проводится? Лісового и справа. Сосна, звичайно, даже QR-код есть.